Чтоб все сарманьяки так вложились под танки. В солидарности с угнетаемым народом. Бери фонарик. Значит, в самом начале, когда я записалась на Шевель Исраэль, то мне позвонила Анка и сказала, не могу ли я сопроводить группу Лем Хадашим. Я решила, что группа это, ну, что-то 5-6, почему бы не сопроводить их, чтобы они не заблудились. Но группа оказалась целый автобус. А Лем Хадашим оказались в основном выходцы из ЭБИ. У нас конкретно было 30 молодых эфиопцев, совсем молодых. Миша! В возрасте так 17 или 18 лет. И 10 русских пенсионеров. Я, значит, пошла им показывать дорогу, раздали им мешки мусорные, объяснили, что нужно собирать мусор. И пошла показывать дорогу. Им пошли лед, показала Десиманы. Дорога шла резко в гору. Это Марат Эцвот, за нужно было подниматься наверх. Они с такой скоростью бежали, что я просто не могла им дорогу показывать. Они... При этом люди. Они еще собирали мусор. Каждый из этих 30 молодых ребят собрал как минимум большой мешок мусора. А пенсионеры? Пенсионеры тоже собрали мусор, но медленно. В общем, там, где прошли эфиопы и русские пенсионеры, там теперь чисто. Впечатлило именно то, что она не смогла воспользоваться ситуацией. Она рассказывала, как эти эфиопские ребята рвали в гору, а сзади ее тормозили пенсионеры. Я не мог понять, почему она просто не организовала себе паланкин, в который бы комфортно ехала. Все-таки белая русская мадриха. При этом профессиональная, я бы сказал. Мне очень понравилось. Мы были вдвоем сегодня первый раз. Не, ну коля кого, что наши люди берут ответственность за такие гигантские группы. Ну все, я думаю, что Львович теперь будет просто отдыхать. Не, Львович, чтобы с ним мог справиться. Я не могу даже. Да, кстати говоря, мы им со сватами сказали, обращайтесь в Сарму, вам будет еще. Я понял, что теперь в следующие 3 года Львович 50 шоколадных зайчиков.